Евроремонт и новое электрооборудование. Преображать дом Валентину Елисееву вынудили обстоятельства. Осенью 2018-го в ее квартире случился настоящий потоп. Делали нам ремонт общего дома. Строители, наверное, не закрыли, я так понимаю, что крышу. Ну, там, я не понимаю, крышу. Пошел сильный дождь. Прошло где-то минут 20, у нас по стенам полилась вода, просто как будто бы из крана, вот так вот, полностью вот так, здесь. Рабочие тогда свою вину не признали. Валентина и ее семья еще несколько недель не могли пользоваться электроприборами. Благо, квартира была застрахована. Суммы выплат хватило, чтобы навести порядок. Как заверили специалисты, именно залитие в топе причин страхования квартир. Сегодня договоры на новое комплексное предложение по защите жилища заключили 5000 горожан. Эта страховка включает в себя три компонента: страхование квартиры, гражданская ответственность владельца квартир, ну и страхование имущества граждан. Стоит эта услуга всего 5 рублей в месяц. В пирамиде ценностей страхователей и автомобиль. Точнее, ответственность хозяина в случае ДТП. Клиент Белгостраха Иван Широкий не так давно стал виновником небольшой аварии. Но страховка уберегла мужчину от солидных выплат. Поэтому сегодня он продлил свой полис. Обеспечил себе спокойствие на год вперед. В чем? В каком плане? Если будет ДТП? В плане, если случится ДТП, то мне не придется платить из своего кармана. Важно помнить, автогражданка не каска. Виновник ДТП ничего не получит в случае происшествия. Сумма этой страховки зависит от целого ряда показателей. Территориальной принадлежности, водительского стажа, объема двигателя и даже марки автомобиля. Но предусмотрены скидки минус 10% за каждый год без аварийного вождения. 50% это максимум, который мы зарабатываем. Да? Если не происходит ДТП, то, соответственно, моя сумма уменьшается на 50%. И я могу, как платил изначально 30 рублей, буду платить 15. Ругаться с соседями или вторым участником ДТП бессмысленно. Чтобы не портить себе и другим нервы, клиенты Белгостраха советуют следовать их примеру и заранее предугадывать любые несчастья. Надо все время страховаться. Не такая уже большая сумма. Но зато ты спишь спокойно. Если что-то и случилось, то можно... Всегда Госстрах, он всегда свое дело делает хорошо. Ангелина Дикун, Иван Боровой, Бобруйск 360.